Сейчас у нас в гостях Михаил Сеничев. Михаил, расскажите, пожалуйста, что вы представляете на выставке? На выставке мы представляем сегодня новое направление нашего бизнеса. Это торговое оборудование для малого и среднего бизнеса, а также для розничных сетей. Это морозильные лари, банеты, витрины. Витрины для выставки и продажи напитков различного рода. Что производство? Производство. Мы производим свою технику под торговой маркой Kraft. Производство сосредоточено в Китае. Скажите, какие цели, задачи у вас стоят на данную выставку? На данной выставке цель одна – это заявиться, показать, что мы можем, показать новые тренды в торговом оборудовании. Все оборудование сертифицировано, соответствует высоким стандартам европейского сообщества и показать, что, собственно, мы можем. Выяснить также, какое оборудование необходимо для наших потребителей и, может быть, на следующей выставке предложить то, чего нет сейчас. А по ценовому сегменту ваше оборудование, какой сегмент как раз-таки? Это зависит от конкретного продукта. Я думаю, что можно позиционировать это оборудование в рамках среднего ценового сегмента. Спасибо огромное.